Опять. Это что такое? Я залезла. Ты долго будешь тут залазить? Ну-ка, давай вылази. Это тебе не тенечек. Давай, вылази. Что это такое? Плохо себя ведут. Цветная савойская капуста, брокколи. Огромные курички. Так. Есть у нас огуречки. Полила с утра. Дорочки. Здесь ему уже тяжело. Утром было прохладно, в халатике вышла, ребятки. А сейчас становится жарко, пойду разденусь. Всем привет. Кто у меня в луке сидит? Это коты только в луке, в чесноке, в горохе сидят. Вот уже спать легла. Молодец. Морковка. Кабачки огромные. Чеснок. Стрелки. Я вырвала. И клубника. Неделю назад посадила бобы. Зашли. Можно теперь прорыхлить. Так, вот это, наверное, фасолька вошла. Здесь только я фасольку посадила. Вот это моя помощница. Вредительница, вернее. Без перерыва мне мешает, прыгает. Здесь это около гаража. Здесь пересаживаю еще огурцы. Вот это все картошечка. Мои цветочки. Мусенок, чего ты тут прыгаешь, мусеночек? Иди по тропиночке ходи. Эй, смотрите, вот я палю, она вот все время вот так делает. Вот все мне помешает. Вот котята какие. Вредители, вредители. Вредители все вредят. Холодненькой водичкой. Теперь пойдем. А вечером польем, побрызгаем удобрениями. Здесь тенечек, поэтому плохо краснеет. Вот. В одно время солнышко. Прям холодной водой я сюда клубнику поливаю. Вот течет из дома. Вот смотрите, какие огромные. Сейчас не держатся даже. Солому я только там немножко положила солому. Сейчас вот придумала такие. Потому что ягоды, смотрите, какие вообще килограммовые. Не держатся, падают. То гниют на земле. Типа, сейчас я много буду ведрами прям поливаю. Ягоды пошли в рост. Не знаю, сейчас подумаю. А, вот так, наверное, на этот крючок. Эти ягодки, этот на этот. Поливаю прямо ведрами. Огромные здесь ягоды. Как раз в рост все пошли. Сейчас 12 часов дня, самое солнце, поэтому здесь это солнышко. А в остальные дни от груши тень, от яблони тень, а в остальные дни здесь тень. Поэтому, наверное, в следующем году пересажу вот на самое солнышко. Потому что зреет здесь только солнышко вот в 12 часов дня. Смотрите, вот классно получилось. Сейчас буду везде, потому что вот огромные ягоды, они все валяются. Представляете, вот видите, тяжелые. Вы представляете, вот какие тяжелые. Они все валяются, а сена у меня не хватило. Вот еще усы тут не до конца оборвала. Сейчас вот все буду подвязывать. Так, сейчас, смотрите, вот подвязываю веревочками и вот эти подставочки ставлю. Смотрите, огромные, сейчас еще побрызгаю. Сейчас все подвязываю, потому что огромные ягоды, они падают, чтобы проходик был. Буду очень много поливать. Сейчас вот ведрами поливаю, подвязываю. Прутики ставлю, вот у меня там прутик, там. И подвязываю вот так вот.
и чтобы можно было нормально ходить. Еще борной кислотой брызгала, янтарной кислотой брызгала, что вот ягодки были, борная кислота помогает янтарной, чтобы быстрее в рост пошло. Вот сейчас буду водорослями вечером, как солнышко поменьше будет. Опрыскаю, сейчас проход сделаю. И очень много буду воды ведрами, ведрами. Вот такие палочки ставлю. Ягодки огромные. Подвязала все. Подвязываю. Мои джунгли. О, сейчас жара. 3 часа дня. И мне здесь на солнышке гуречки. Сейчас поливаю. А вот злейки. Настойка крапивы. Лук, шелуха, настойка крапивы, всякая еще зелень. Ох, красавцы. Вот опять уже гуречки новенькие. Вот, и опрыскиваю. Ох, а то и жарко. Тут такая жара стоит. Закрыла даже занавеска, потому что жарко огурцам. О, какие гуречки, видите. Быстро растут. Сейчас обычной водой обрыскиваю. Жар. А так развожу, ребятки, вот это биостимулятор с хлорелла. Это водоросли такие. Очень полезно разводить для огурцов, для, чтобы листья были такие огромные. Вот видите. Так развожу вот эту штуку. Очень классная. Всего помогает. Активное развитие и рост, схожести, приживаемость 99%, быстрый оздоравливающий эффект, высокий иммунитет, стрессоустойчивость, активная почечная микрофлора. Мне написано сейчас вот 50 веществ и аминокислоты. Очень классно тут для всего, и для семян, и для корешков, и для полива, и для опрыскивания. Я сейчас только я опрыскиванием в основном пользуюсь, сейчас и ягоды буду опрыскивать ближе к вечеру. Какой у меня садик. Фу. Поливаю 3 раза в день, утром, днем и вечером. Вот сейчас день 3 часа. И еще к вечеру, ближе к 12 часов, даже 12 ночи. Вот огуречки. Очень сладкие корнишончики, вообще классные. Огуречки, кстати, очень быстро они растут с подкормкой. Постоянно брызгаю. Вот это в тенечечке, этому жарко стало, я сейчас в тенечке его поставила. Передвигаю, вот тоже, видите, огуречки, передвигаю. Вот тут огромное, надо уже сорвать быстро, как... Вот, джунгли. Здесь очень жарко. Комната солнечная. Утром с одного окна. Вот день и вечер вот здесь. С этой стороны. Им жарко стало, поэтому я закрываю. Вот, когда совсем жарко, я закрываю занавесочкой. У меня здесь. А в этой у меня янтарная кислота. Здесь у меня тоже поливаю. Не все время. Через дня 3-4. И весь огород поливаю тоже. Развожу на 10 литров. Так что... Больше. Опрыскиваю 3 раза в день, особенно в огороде 2 раза в день утром и вечером, а здесь вот на веранде 3 раза. Потому что влаги не хватает, тут жарко, в горшочках мало земли. Хотя пока подкормку делаю, огуречков много. В горшочках все растет. Много-много, смотрите, сколько. Джунгли. Красиво.
кирпичики. Это у меня в парнике. Закрываю от солнца, потому что жара 30 градусов стоит. Сейчас делаю подкормку и посыпаю еще компост. А вот такое добавление классное для огурцов. Органика микс. 100% органика. Стимулирует рост и развитие, увеличивает количество завязи, обеспечивает обильное и длительное плодоношение. Очень классно, мне очень нравится. Все натуральное. Можете пользоваться. Ферментированная мука бобовых, барда пшеничная, перьевая мука, костная мука обезжиренная, шелуха какао, пивные дрожжи, белок, гидролизированный экстракт сахара, свеклы, водоросли морские микролизированные и вот всякие кальций, магний, вот вся таблица. Ложечка под кустик. И очень вкусно пахнет, ребята, что я даже смеюсь сейчас, записываю видео. У меня кошка хотела это съесть и украсть. Представляете, пахло, она стала грызть этот пакет, хотела его внести. Я хорошо заметила шум пакета. Вот, так бы сгрызла, потому что эта кошка меня все время ворует, грызет. Вот так вот чуть-чуть, и я компостом покрываю. Ну, потому что корешки здесь образуются, вот здесь. Вот каждый кустик сейчас пройдусь, а потом буду поливать. Вот. Так, еще некоторые подвязали. Подвязала, потому что дает отводки, не успела оборвать. Дает отводки, но я оставила. Усики какие-то я... А вот лишний усик, мне кажется, я его буду... Потому что на привязи... Лишние усики я обрезаю. Вот тоже лишненькие. Нижние вот эти все веточки я тоже обрезаю. Вот. Так, здесь вот они, видите, какие-то держатся, я оставляю. Вот этот лишний тоже усик не надо, чтобы он цеплялся, а то тут запутается у меня. Все. Так. Стараюсь как-то не глубоко, потому что корни здесь низко. Стараюсь, чтобы потом, видите, потом еще здесь будут корни, поэтому я стараюсь как-то так. Новый. Не нужно, только на него тратится энергия. Мы оставим. Вот это тоже лишнее, он только будет, видите, сухой. Так, веточки я обрезала. Я тоже их обрезаю. И вот эти. Раз. Видите, уже придется менять и выше ставить. Это у меня самодельная. Я сама из ореха сделала. Потому что была до этого маленькая тепличка железная. Не хватило. И я сама, видите, из орешника сплетала вот эти все ниточками, веревочками. Два орешника соединяла. Потом еще сверху соединила веревками. Здесь все крепко, кстати. Все теперь крепко стоит. Это все самодельное. Самодельное. Но классно получилось. Вот, смотрите, и сверху веревочки, чтобы держались. И здесь тоже вот палочки скручены на веревках. Все крепко стоит. Кстати, крепче, чем была до этого. Железная. Маленькая такая. Теперь она у меня там стоит. Вот. Лишнее сейчас срывать буду. Жара какая стоит. Так. Так, откручиваю. Это тоже усика мне пока не надо, чтобы он цеплялся, а то просто мешается, переплетаются все. Что даже иногда зацепляется. Вот сейчас я оторвала. Вот зацепился. Представляете, этот усик зацепился за листочек, помял его, сцепился. Может, я его сейчас обрежу. Вот здесь тоже перецепились. На этом мы оставим. Наверное, он держится, да. Вот это оставим. Видите, тоже здесь как классно зацепился. Сам оставлю. Хотя здесь у меня он само вот так. Сейчас я... Так, по часовой стрелочке. Вот так.
сумочки. Это я тоже сейчас. Будут джунгли, не пройдешь. Много завязи, гуречков. Вот еще у нас пошел отводок. Такие маленькие я вообще ногтями убираю. Теплицы я убирала, в большой теплице я убирала даже нижние огуречки, вот эти все, чтобы все пошло в рост, потому что там высокая теплица, можно до крыши. А здесь, вот видите, уже до крыши доходит. И в ширину я близко посадила, в ширину тоже как-то заросли не хочу. Хочу, видите, у меня как просторно, видно, огуречки висят. Я уже срывала огуречки, остались вот маленькие зародыши. Смотрю, вот здесь вот тоже, по-моему, лишние. Хотя цепляется, сейчас я просто проверю. Все, пойдем дальше. Так, ребятки, вот еще пропалю заодно, пропалываю. Немножко мульчирую, но когда удобрение положу, две ложечки. Вот усики тоже надо оборвать. Мульчирую, как всегда. Очень классное удобрение, натуральное. И оно хватает, ребят, не каждый день, один раз на 45 дней. То есть через 45 дней можно повторить. Но, в принципе, вот эти тоже я листочки обрываю. Они ни к чему нам мешают столько тут. Большие пухи тоже. Сейчас подвяжу. Хорошее удобрение, био. И оно на 45 дней, то есть... Вот. Благодаря почвенным бактериям натуральный компонент в грануле раскрывается постепенно и обеспечивает растения питание в течение 45 дней. Вот где-то, да, идеально подходит для выращивания кабачков, тыквы, патиссонов, дыни, арбузов в открытом и закрытом грунте. Вот. Так как у меня тыквы и кабачки хорошо растут, но я хочу побольше огурцов, поэтому вот я подкармливаю огурцы, тем более оно био, это все натуральное, как я говорила. Ганика, что у меня кошки хотели это сожрать, украли у меня этот пакет, он вкусно пахнет. Заодно еще тут пропалываю. Если у вас подальше огурцы растут и где-то на улице, можете не обрывать отростки. Вот, но я обрываю, потому что мне тут места мало. Сейчас все тоже обрывать буду. Вот, где-то если побольше места, я оставляю. Пока у меня высоту растут, а потом я решу, может, поставлю еще повыше. О, как хорошо завязались-то в дружке, ну надо же. Тебе отдельная же, тебе отдельная веревочка, а ты куда-то повязался. В другую сторону. Капустика. Ой, с этой стороны как тенечек. Жара какая стоит. Вам стёрю, ужас какой-то. Ниточки у меня же ослабли, надо повыше теперь завязывать. Вот, я в штанах, ребятки, чтобы ползать тут на коленях, ползаю. Тенечки здесь хорошо. Ух. Теплица у меня, видите, огромные, ребятки, до крыши огурцы. Здесь тоже поднимаются хорошо. И дома. Ну, миленький, куда ты пошел? Тебя подвязывала, а ты к другому решил прислониться. Вот тебя. Так, сейчас сусики. Вот. Как вы быстро растете, не успеваю. Не успеваю, я за вами. Эти листочки уберем лишние. А с растениями надо всегда говорить, разговаривать. Они, знаете, они все это слышат. А с любовью надо с ними разговаривать. Вот, миленький хоров. Вот, тебя три дня не перевязывала, так ты решила, ух, все, отростки. Целый джунгли у меня будут. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. У меня будут целые джунгли. Вот, мои хорошие, мои любименькие. Вот, давайте расти. Хорошо. Крепкими. Со сладкими гуречками. Сейчас мы вас польем. Удобрениями покормим. Будете красивые и хорошие. Вот отростки опять. Куда мне вас? Тут джунгли будут у меня. У меня везде уже джунгли. Десять часов вечера.
Тишина, и только комары гудят, жужжат. Ах. Ох, теперь у меня ночная вечерняя поливка. Ох, комаров к вечеру, ужас какой-то, комаров. Хорошо, смотрите, красота. Если бы не комары, можно было даже на улице здесь гамак сделать и спать.